Подожди. Ути, кто проснулся. Наконец-то. Ну, помоги, что ли. Стрелять-то хоть умеешь? С этой стороны. Стреляй, пока не перебьем или патроны не кончатся. Что тут вообще творится? Потом объясню, пока наша задача ноги унести. Похоже, тебе не впервой. Я уже и не считаю. Набери припасов, пока можешь. Я слышу, еще идут. Ладно. Но потом ты мне все расскажешь. Позади проверь, там вроде еще лезут. Они не сдаются! Ну и мы не сдаем. Они повсюду! Не дай им себя окружить! Ты тоже молодцом. Слышишь? Что это за звуки? О, черт! Берегись! Что это за твари? Да какая разница, вали! Вроде это все. Пошли, надо убираться отсюда. Сюда. Спасибо. Вряд ли я бы в одиночку отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян. Знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Как я здесь оказался? Кто ты такая?
нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. По дороге поговорим. Идем. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Постарайся не шуметь. Тут могут быть еще твари. Откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман? Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди, я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили и начисто уничтожить Мёбиус. Погоди секунду. Что такое? Черт! Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь. Пошли. Погоди, постой. Этот план. Кидман ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. Сюда! Короче, один поднимает, другой пролезает. Ясно, я только... Подлезай! О, ты как? Дай помогу. Да пролезай уже, пока на башку не уронила. Окей, держу. Спасибо. Что, старичок, отдохнуть надо? Да ладно, не такой уж я и старый. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мёбиус. Вообще, это твоя жена планировала. Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мёбиуса. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорви. Помолчи, Торрес. Ты знаешь, тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. Я пошла сюда за ней. Я не понимаю, зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них, и поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт. В голове не укладывается. Да уж, но давай не будем отвлекаться. Надо туда забраться. Поможешь? Да, конечно. Готово? Держись, я страхую. Да-да, порядок. Эй, ты про меня забыла, что ли? Что, думал, я тебя тут брошу? Теперь ты часть плана. Ах, план. Ну да. Кто еще участвует в этом маленьком заговоре? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Отец Теодор? Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить Миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мёбиусом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Ничего не бывает просто. О, нет. Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Быстро, за мной.
Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано. Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь красный флаг за тем домом? Да. Так вот, вход в убежище там. Ясно. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся. Да уж, слушай, я уже с такими сталкивалась. Если они горят, держись подальше. Thank you.
Ну, можно и так, конечно. Хотя я надеялась действовать немного потише. Дома стены помогают. Ну и в убежище тоже. Ты только не пугайся, когда увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну, пока я не установлю запал. И что нам делать с Теодором? Я не знаю. Он ненормальный. Его обиталище просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да. Но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мира скрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его, может, Мира придет в себя, и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да. Но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер. Себастьян, где ты был? Нашел Стефана? Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили? Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. Ну, а что плохо? А плохо то, что кое-кто посильнее Стефана тоже рвется к власти. И для этого ему нужна Лили. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Он так красиво говорит. Черт. Думаю, я знаю, о ком ты. Я отправлю кое-что полезное тебе в кабинет. Держи меня в курсе. Я всегда помогу. Я знаю. Я доверяю тебе. Ладно. Вернемся к нашим делам. О'Нил, это Себастьян. Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Жди здесь, держи наготове оружие и взрывчатку. Когда я найду Теодора, мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да, в той комнате есть компьютер Мёбиуса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись, Тор.